Кукуруза – незаменимый источник витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. Она полезна для человека, также ее используют в качестве корма для скота. Наша съемочная группа побывала в одном из хозяйств Чебоксарского района и посмотрела, как сеют царицу полей. До 7 вечера Александр Ефимов в поле проводит половину суток. Вместе с напарником засеяли кукурузу около 100 гектаров. Техника сейчас в полях у нас используется в основном новая. Обновился весь парк. Не весь парк, но обновился. Ну, работаем с удовольствием. Чтобы собрать хороший урожай, почву необходимо как следует подготовить, вспахать и удобрить. Немаловажную роль играют и сорта. Фалькон, приокский, мальтон хорошо себя зарекомендовали. Кроме кормовой кукурузы, в хозяйстве выращивают зерновые, злаковые и озимые. На полях уже завершаем посев ранних зерновых. Кукуруза осталась, и где не заезжать сыро, вот эти поля остались. Это примерно 15-20%. Аграрии обещают, в сроки посевных уложится. Хорошая погода, новая техника и качественный материал этому способствуют. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.